С вами блог 2121. Сегодня я продолжаю свой вечный летсплей под названием Вечный летсплей. Логично. Ладно, ну и давайте же уже начинать. И я хочу вам показать, чего я опять же поиграл вне сети. Вне видео. Ну да, вы понимаете, что я играю вне видео. Это же... Просто я не могу терпеть так долго. Один день целый. Окей. Давай сначала поедим. И начнем смотреть обновления. Во-первых, это часы. Дальше у нас это компас. Лук, не помню, я с вами сделал или нет. Если без вас, то лук. Что еще? Броня поломалась. Нет, компас я не сделал, потому что нафиг он мне нужен. Дальше поставил очень много сундуков. Так, это железо переварил, не буду его пока что собирать. Дальше, я набил 31 алмаз, поторговался с жителем. Короче, мне пришлось очень долго вести жителем. Там где-то была очень далеко деревня, я его на поводке вез, я потом поводок выкинул нафиг, я потому что устал уже его нести. Вот, короче, он у нас вот тут лежит, сидит, стоит. Вот, и это картограф, я его нашел в той деревне. Я вот в ту деревню больше не пойду. Так. Ну, в тех сундуках пока что больше ничего нету. Так, извините, мне пришлось поставить видео на паузу. Так, дальше что у нас новенького? 64 полированного. Во! Я сказал это! Так, извините. Подождите. Ну так, я пошел дальше копаться в пещеру. Какую-нибудь. Ну, короче, мне пришлось ставить запись. Я сейчас снимаю на следующий день. Уже. Вот я ставлю запись. И я на следующий день уже снимаю, да. Так, стоп. Подождите опять. Так, все, продолжаем. Сегодня, надеюсь, не будет паузы, но только если мне понадобится. Дальше у меня тут начинает расти ферма. Ну, расширяется, так я могу сказать. Вот. Вот. Так вот. Вот. Что такое? Странно. Вы видели этот баг? Странно. Короче, я еще вот тут вот посади. Блин. Мотыга, на помощь иди. Так, все, садим. Вот тут я вроде поставила это вместе с вами. Не помню. Дальше что у нас нового? Я бы хотел вам показать. Это у нас 21 блок редстоуна. Я не знаю, куда это мне все потратить. Так, дальше я зачарил всякие книжки. Вот, да. Ну и все. Так, давайте тут положим сундучок. Так. О, блин. Хватит. Так. Что мне можно, кстати, сделать из 31 алмаза? Не знаете? Я не знаю, что можно из них сделать. Ой, они тут лежат, получается, на самом деле. Вот тут. Что можно из них скрафтить? Что у нас тут есть? 3 блока алмазов. Это выбор, конечно же. 3 блока алмазов сет брони. Ну, сет брони сделаю, тогда у меня уже не будет столько алмазиков хороших моих любименьких. Так, давайте сейчас подумаю, что мне сделать, и к вам я вернусь. Конечный, я чё, к вам не вернусь, что ли? Вы шо, дураки, что ли? Я шо, к вам не вернусь, что ли? Кстати, если это видео будет долгим, я буду просто, как всегда, сидеть по часу, по 18. Ладно, по 2 часа где-то над монтажом. Пожалуйста, поддержите меня одним лайком. Давайте под этим видео наберем один лайк. Да, один лайк, и я буду очень рад.
Так как 2 лайка мы не набираем, ну, я сказала, давайте наберем 2 лайка и выйдет новое видео, а вот вышло новое видео без 2 лайков. Ладно, погнали. Ну так, что же произошло? Я подумал, можно же сделать проигрыватель, или как он там называется. Ну, короче, ладно. Дальше я убил Толю. Толю убил. Давайте поменим Толю. Поспим. Кстати, вот такой факт, баг-секрет, запоминать сразу. И вот так вот, когда вы засыпаете в Майнкрафте, то вы видите всю свою броню. Это, кстати, очень крутой баг-факт-секрет Майнкрафта. Да. Баг-факт-секрет Майнкрафта. Баг-факт-секрет Майнкрафта. Кстати, можно сейчас набрать еще 18 и тыковку как-нибудь вырастить. А как мне тыковку вырастить? А у меня тыков... 7 тыков нет. Блин, я бы хотел голема создать. Да что ж так? Почему у меня тут вылетают семена отсюда? Окей. Так. Что я хотел себя сделать бы? Так. А, кстати, проигрыватель-то сделать я забыл. Чё я тупанул-то? Проигрыватель не сделал что-то даже. Стоп, ну если это не проигрыватель, то какого? Песня проигрыватель. Так, давайте сейчас идем в наш домик. Ай, лагает. Так. Доски. Доски. Доски, где мои доски? Я доски потерял. Дайте мне мои доски. Вы что, офигели? Вы что, реально? Куда я их потерял-то? Где мои доски? Верните мои доски. Так, тут 2, получается, тут 4, тут 6, получается 6. Тебе, если можно, конечно, из разных досок делать. 7, и последнюю доску мне дайте. О, все. Еще доска есть. Отлично, давайте делаем. Так, 4, и где у нас этот? Вот он. Бог мира, да, мы его сделали. Теперь у нас ровно 3 дома. Проигрыватель, это как называется. А тут был музыкальный блок. Я, кстати, музыкальный блок еще сделал, конечно же. А, нет, не сделаем уже. Окей. Можно же, конечно же, можно. О, новый рельс, отлично. Класс, у меня еще есть больше рельсов. Это вообще классно. Больше рельсов, 48, опять же. Так, факелов нужно сделать, у меня их мало. Где мои факела? Окей, у меня их вообще... А, 13 у меня их. Так, давайте сделаем. Сделали. Мы можем 13 алмазных мечей сделать. Обалдеть просто. Так, что еще? Давайте. Пока что, чтобы алмазом меня не занимали один инвентарь, я сделал... Нет, шутка. Так, что бы мне сейчас сделать? Я снимаю сейчас очень поздно. Жалко, что нет какого-нибудь кремниевого блока. Ай, это очень жалко. Ай, я ударился мизинчиком. Мой мизинчик. Что? Нифига. Так, давайте лук вот возьмем и пойдем строить, конечно же, нашу железную дорогу дальше. Я хочу ее достроить до пещерки. А! Я-то думаю, зачем нам редстоун-то? Тупой я. Я-то думаю, зачем нам редстоун, блин? Зачем это вообще фиговый какой-то блок придумали вообще в Майнкрафте? Вообще просто, вообще. Ну, вообще прям. Так. Все. Давайте. То нам придется теперь убирать все эти лесенки. Все лесенки убираю. Да что ж такое-то? Нифига. Вот это железная дорога, конечно. И
Это какие-то американские горки уже, а не железная дорога, я хочу сказать. Видите, как-то тут спуск какой-то странный идет, конечно же. Так, давайте лучше вот так вот. Ну все понятно, мы все простроено. Не обессудьте. Так, все строим. Так, и тут остается 3 блока. Так, вот так и вот так. И все, мы приехали в пещеру. Давайте попробуем, кстати. Интересно, что же у нас получилось такого интересного? Ого! Нифига себе, у нас тут целая железная дорога. Логично. Так, идем за нашей вагонеткой и прям от двери едем. Классно просто. Ой, у меня уже глаза болят почему-то. Хоть я снимаю 11 минут 21 секунд. Эй, все, поехали. Давайте кататься на... Ну, правда, пока что это медленно все происходит. Кстати... Что? Да что ж... Поехали. Что-то был такой лаг, вы видели, наверное, что когда я ехал, у меня меч не отображалось, когда я его брал в руки. Так, у меня сейчас майн очень сильно лагает. Так, тут такие у нас подъемы. Сейчас начнутся спуски такие всякие. И они будут меня ускорять. Так, ускорение. Так. Эй, что застряли-то? Так, ускорение. У меня очень много ускорения. Воу. Все? Мы приехали. Не, ну в принципе круто, хочу сказать. Вот осталось только тот достроить. А, нет, в принципе все готово. Кстати, смотрите, тут можно прямо вот так вот подниматься уже. Не по железной дороге, а вот так. Ладно. Железную дорогу построили. Что еще можно было бы сегодня сделать в серии? Так. А, в этой серии... Хотя, не. Не в этой серии. В первой серии вы, конечно же, увидели, на каком я сиде я выживаю. Это сид-оператор с главными буквами. Кстати, откуда у меня получить пластинку? Напишите мне в комментариях. Найти какой-то данж. Ну, не данж, я имею в виду. Найти... Как его? Ну, спаунер мобов найти. И там уже будет лежать. Наверное, да. Там пластинки бывают, я это знаю. Я смотрел видосы всяких, летсплей всяких выживателей. Так, кстати, можно сделать белое стекло, только нужно сходить за песком. Сейчас я за ним схожу. Сейчас я через пещеру как-нибудь поднимусь и к вам вернусь. Погнали. Как вы могли заметить, все уже плавится. Я сходил. Я добыл ровно 32. Ну, не знаю, сколько стекла получится. Ну, в принципе... Сейчас нам нужно 8, у нас будет одно белое стекло. Стоп, еще стекло можно красить. Вот давайте одно стекло возьмем. 2 уже. Даже вот. Давайте посмотрим. Какой еще можно покрасить? Красный краситель. Фиолетовый, синий. А, вот, можно синие окна лучше. Я уже делаю синие окна. Ну, на все просто затрачусь, потарюсь. Нафиг. Сейчас там 32 поделить на 8. О! 4 умножить. 32 стекла у нас будет. Это круто. Только нам не их ставить. Кстати, у меня есть такая идея. Можно построить, ну вот, сверху все выломать просто до самого, ну, до самого конца, до неба. Ну, короче, до короче. До самого конца, короче.
до земли. Потом и вот тут вот в потолке уже сделать синие стекла. И так потом можно будет смотреть на небо. Я сделаю это в копии мира, потом когда-нибудь, ну, в каком-нибудь видео ставлю скриншот это в начале. Ну или в этом видео ставлю скриншот в начале, что получилось. Да. Ну или сейчас вот тут вы увидите скриншот этого происхождения. Давайте сразу сейчас сделаем синее стекло. Вот, давайте возьмем 22 этих. Берем дальше, вот так вот, и вот так вот. У нас уже есть 8. Вот, давайте сразу тогда потолок уже будем менять. Вот, получается, мы ломаем вот тут вот. 2. Эй, так. 3. 4. 5. 6. 7. Да, и мячом, конечно, ломает. Круто вообще. 8. Давай сразу ставить уже. Так. Уф. Что бы еще поделать? Ну, короче, мне кажется, уже можно заканчивать. Я вне серии вот это сюда делаю. И, может быть, уже все прокопаю. Наверное. Я не знаю, сделаю я это или нет. Если не сделаю, то буду, кажется, ну, где-то по 5 блоков вверх прокапываться в одной серии, да. Это, мне кажется, будет круто очень. Ну да, по 5 блоков серии. Это нормально. Мне кажется, мы где-то за 10 серий уложимся. Ну да. Ну а с вами был блог 2.1.2.1. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну чё? Ну, что-то не нравится. Ну, если что-то не нравится, конечно, поставьте дизлайк, это все понятно. Ну, ладно, с вами был блог 2.1.2.1. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!